Вы знаете, друзья, даже на порой такие неинтересные вещи, как уборка картофеля, можно смотреть по-разному. Не, я понимаю, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Но опять же, надо ко всему подходить с улыбкой, тогда будет интересно. Наверное. Давайте попробуем, что у нас сегодня получится. Посмотрим. Так, друзья, всем привет. Ну что, пробуем брать картофель в этом году, да? Правда, влажновато и бурьяну тварюка море накручивает на колеса. Но картофель неплохой. Это у нас кубанка. Эту картофель прислал мне подписчик Вовчик. Вовчик, за это тебе огромное спасибо. Вот это какая-то другая, но есть сухая гниль. Говорят, в этом году ее много. И есть вот такая вот. Кто-то ее погрыз. Кто? Мародеры. Ну вот как-то так. Попробуем, посмотрим, какой урожай. А вы напишите, как у вас. Уродило, не уродило. Чем убираем? Мотоблок у нас. Кентавр. 10 лошадиных сил. Ну, я думаю, их здесь нет. Это так пишут. На заборе тоже написано. Вот у нас кентавр. Вот пишут десятку. Ну, я думаю, это классическая девятка. Как-то так. Ничего такого. Под лопату можно, но не нужно. Будем брать мотоблоком. Эта приблуда называется дельфин. Окунь. То есть, кому интересно, говорите, сниму, покажу. Я тут уже чуток накопал. Это у нас белая. Я бы сказал, что плохая, но как-то так. Белая она вот так вот. Длинная такая, видите? Есть длинная, есть круглая. Вот сорт я не скажу. Но сама по себе неплохая. Ну, есть даже такая. Да. А есть вот красная. Ветер-то какой. Ну, как картоха? Класс. Класс? Да. О. Так, класс чи супер? Дать, як картошка? Класс. Крас, класс. А вот, смотрите, какая. Вот такая вот. Юля, картошка уродила? Я вижу. Таня, дай кепку поносить. Нет. Нет? Чисто для тебя. А есть разница между красной и белой на вкус? Конечно, что есть. А какая вкуснее? Конечно, белая. Белая? А чем она вкуснее? Саша, тебе картошка на вкус. Есть разница? Белая, она рассыпчатая, а красная она бишь ляжет. А мне все равно. Красная, белая. А саун белая смотришь. А, даже так, да? А красная жаровня. Я тебя умоляю. Картошка. Картошка есть картошка, то вы балу, они. А ще картошка с запахом есть. Я тебя умоляю, картошка с запахом. Просто помитно, что сало есть. На ваш взгляд, как в этом году картошка? Порівняння. С прошлым. Лучше набагато. О, вот это вот, смотрите, какой картофан. Однакові. Не, белая больше. Держи. Итак, робим вывод, чего лучше картошка? Потому что я голый бегал по четвергам. Не, потому что ты и сам садил. А, да? Да. Так не, подождите. Эта тенденция мне не нравится. Ты там будешь выбирать. Это не, это... Ты просто готовься на то, что тоже сам. Да, Танюха намекает на то, что на следующий год я тоже буду ее сам садить. Мы так потягнемся сегодня. Ну, красная зате красивіше. Просто дивіться, яка бульба. Сима, ну красна машина ж теж класніша. Ну да. Лукашенко дивився і плакав би. А він, наверное, зараз точно плаче. Ну а там как? Как? Картошки это не имеет отношения. Да? Не, ну по сравнению с тем, что в прошлом году, то это бомбическое. Ага. Это мега картофан. Проходи. Доця, ти боса? Да. Ти рада? Класно? Так, було чи холодно. Доця, розкажи, як ти фломастерами пальці-то накрасила, а? Ну от, смотрите. От така от картошка. Не, картошка класненная. Давайте угадывайте, сколько будет ведер с этого кусочка? 15. 15. Таня, сколько? Она 4. Да, не
Не, не 15. Что, больше? Сколько? 100, конечно, Саша. 100. Юля. Не, не с этого кусочка. Сколько? Да, с вот этого кусочка небольшого. 75. Да пошли вы все то. Ведер 33. Нет, 30 не будет. Нет, давай спорим. Не 30, это точно. Хорошо, давайте, на что? Больше 50. Больше 50, хорошо. А я говорю около 30. Зачем мне 30. Больше? Значит, давай спорить, чтобы просто... Хорошо, так это же нечестно. Но скажу для справедливости. Вот это вот, мы поливали. И Вовчика поливали. Но Вовчика мы еще выберем отдельно посмотреть. Вовчик дал раннюю под названием «Супер-пупер ранняя», чтобы Димону было что хомячить весной. А вторая кубанка, 100% кубанка, я запомнил. И посмотрим. Ну, кто-то ее погрыз, твари какие. Ветер, конечно, жестокий. Вот эта вот картошка, что кубанка. Ну, есть больше, есть меньше, но неплохая. Но она круглая, видите? Круглая. Ну, кто-то любит круглые, кто-то любит как сосиска, не знаю. Как по мне, одинаково. Какое оно, что оно. На вкус мне, ну и может я не гурман. Главное, чтобы было. Ла-ла-ла. Как там? Нормально? Ну и нормально. Да тюнь, як картошка? Класс. Класс. А еще лучше, картошку брать, чи на диване лежат? Картошку. Мама подсказывает, так нечестно. Так нечестно. Это заговор. У тебя своя ведерко есть? А в ножке не дал, а? Немножко. Немножко. Ну, нормально, раз немножко. А вы у себя еще не брали? Нет. А вообще, в вашем регионе какая? Погано. А як? Лучше есть мясо, конечно. Раз погано. Вот, видишь, что-то сожрал. Але до м'яса треба картоху. Ну, может быть, и так. Саме так. Там же ж нема картоплі, це ж нема ікрі. Ну да, согласен. Но все равно красная лучше, она каждый год лучше. Я не знаю, какой это сорт, кто знает, какой это сорт? Какой это сорт? Я не знаю, калинка, чи як вона називається. Є ж якась калинка. Я не знаю, ну ми її коли-то покупали на ринку, от це вже лет 5-6, і така у нас картоха. Я по сортах. Вона каждый год хороша. Да нормально, что, зубов нет? Нет. Нету? Плохо. Вот такая вот. Две. Это эти, как их? Животик червоный. Сверкуны. У-у-у-у. Да, ух-ха-ха-ха. Укусил? Это те, что поют. Что нет, не укусил? У него зубов нет. Лапка червоная. Лапка червоная? Да, с середины. А интересно, какой он на вкус? Да ну. Смотри какой. Поспевая лучше. Смотри какой. О-о-о, он меня сожрет. Алешечки в него такие. О, смотрите. Какая. Не знаю даже, что это за сорт. Где она взялась? Это пьяница на ней. Как говорят? Пьяница. Пьяница? Пикассо. Пикассо? Сосо. Сосо, Пикассо. Пикассо. Вот так вот. Ну, она дуже добра. Дуже добра? Ну, будемо їсти раз дуже добре. Дуже-дуже. Прям дуже-дуже-дуже. Та не добра вона. Пфу. Ні, ти нормальну картошину перевезти. Ні, вона була коцнута. Ти з розрахунку зробив спеціально, щоб її потім з'їсти. Може бути і так, може бути і так. Я вже плющит. Були таємні наміри. Саме так. Знайте. Все равно. Та Таня, не кричи, ты людей напугаешь. Соседи вон там релаксуют в кустах, а ты? Давай релаксуй. А ты так. Доцюнь, ты заморилась? Что тропаешь? Ага. Глаша-то попала. Шашлык сегодня жарим, доть? Серьезно? Хорошо, жарим. Я картошечку выберем, да? Да. И будем шашлык жарить? Да. Красота. Важко. А в ножке не холодно? А-а. Може, ти вже віддихатимеш, дитюнчик? Ні. Ні? Трудоголік. Ага. От видно, хто хоче шашлика.
Так ты будешь и помогать жарить, дочь? Златочка, скажи, что лучше, картошку выбирать или мультики дивитись? Картошку выбирать. Вот тут. Да можна. Ты что, дочь, я тебе вспомню це год у 16, у 15. У мене даже відеодоказательства є, доцюнь. Ловлю. Кто-то притоптал. Ну, попади мы, наверное. Не, ну так бы и я катался. Нормально? Едем в конец. Да, мы почти все победили. Фух. Не, понимаю, кто-то скажет, Дима, ты ничего не делал, ты только снимал. Пускай будет и так. Так, все, мы все сделали. Мы крутые. Точно. Да. Все, газу, по ямам тільки аккуратніше, бо у нас дороги хай тобі грець. Ох і дороги. Коли їх пороблять? Ніколи. Ніколи. Йош, ти будеш його кушати? Іди кушай. Больной кот. Хоть кому-то кепка подошла. На мою конскую голову не. Ну і чо, он красний. Значить, кому-то. А, Танюшки підійшла. Смисл моєї жизни. Язва. Чого сразу язва? Це щире і палке кохання. Красота. Да, як я кажу, гарна в мене жінка. Гарно, гарно. Що, не дорізала? Як ти могла, даже кавун не можеш порізати? Ох ти ж і свитруня. О, смотри-ка. Я різала спеціально, щоб серединка була гарна. А кому ж ти серединку оставила? Ну, а ти догадайся, кому? Дитині. Мені. Латочки, донечки. Мені. 120 кілограмовий. О, диви, яка красота. Дацюнь, іди баранчик їсти, диви. Диви, який цвіток у мами вийшов. Диви, яка красотень. Не буду. Ребенок устав. Как свечечка. Да. А ми беремо їмо. Красотень. Ну скажи, красиво? На що похоже? На корону. На корону, а мені на сало. На корону. Та цвіток. Я старалася, ви корона, сало. Саша, на что похоже? Хризантема. На кого? А смачный? На смачный кого? Ну я не знаю. Опа, она, видала? Автоматика какая. Смачный. Донечка, иди. Так, всем спасибо. Картошку мы победили. 30 ведер точно есть. 120. 30. 60. Я считал. Нет, Саша наилучше знал. Він же носил. Возив, возив. І чого, я теж возив, менше не возив. 30 ти возив. Так, друзі, напишіть, у кого яка картошка в этом году. Ну, у нас как-то вот так вот. Так що уборка картошки теж може бути веселой. Да, Адольф? Адольф, кс-кс-кс-кс-кс, тварюка. Ай, Адольф. Все, всем добра. Берегите себя и своих родных. Красотень. Юля, а у тебя персики натуральные? Домашние. Это у вас дома такие растут? Саша, то ти хазяїн. Тебе золота жінка. Молодець. Хазяїн, що з такою золотою жінкою? Да. А знаєш, чому вона тут така? Тому що вона ж сестра моєї жени. Конечно. А що ти з кота робиш, Таня? Пахне. Я пообщаюся. Я понял. Он живой? Йому ж нравиться, диви. Це масаж, релакс. Я б, щоб я так жив. Скуп! Кислий? Ну чё, пробуем персики. Смачный. Легкий чи ні? Бо я вчора рвав, то вони ще твердовані. Бомба. Вот это да. И тебе надо, пёс, отвали. Наш есть. Фух, нажарься, як скотинёвка. Ну так, кто-нибудь считал картошку? Никто. Значит, 30 ведер, я был прав. Шоу! Так нечесно. В смысле нечесно? Я за ніч пересчитаю. Хорошо. Юля, Саша, ты считал картошку? Да. Сколько? 20 ведер. О. Да пошли вы все, блин. 30 ведер есть точно. Більше. Нет. 53. Я пересчитаю, от не полінюся, буду насипати і перекидати считать. Дурите ви мене. Хай вам буде стидно всім. Це все заговор.